Ми продовжимо обговорювати цю тему та інші санкційні обмеження щодо росіян, їхню ефективність і з нашим гостем П'ятрас Ауштрявічус, депутат Європарламенту, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане П'ятрас. Вітаю вас. Як оцінюєте такі нововведення, такі обмеження, заборону на в'їзд на автомобілях на російських номерах і взагалі от цей чорний список, коли росіянин фактично не може ввести з собою нічого? Ну, я б сказав, що це рішення або це доповнительне роз'яснення Єврокомісії, тому що це дополнительное разъяснение основывается на ранее принятых санкциях, и в этом нет ничего нового. Просто разъяснение касается частных автомобилей и некоторых, значит, товаров или, скажем так, вещей, которые, как правило, могут находиться в багаже россиян, которые въезжают в Евросоюз. Это все связано с одним очень простым, я бы сказал, фактором. То есть возможность обогащения, то есть продажа автомобиля или ювелирных изделий, мы знаем, что были такие случаи, да, и поэтому сделанные шаги, которые как бы предотвращают возможность значит, продажи, имения наличности, и тогда неясно, куда эти деньги могут пойти. Они могут пойти просто на, опять же, скажем так, поддержку военной агрессии против Украины и для других плохих целей. Поэтому это разъяснение касается всех стран Евросоюза. Оно в обязательном характере должно применяться. И вот на сегодняшний день уже и Финляндия, Балтийские страны и Польша полностью выполняют это требование. Норвегия, я сколько знаю, она готовится к этому. Поэтому эти страны, в которые могли въехать россияне по автомобильным дорогам, это и является актуальностью этого разъяснения. Ну и, конечно, для россиян это, я думаю, что это удар, потому что в многих случаях они пытались выехать в Евросоюз по автомобильным дорогам, потому что другие сообщения уже перекрыты. И это еще одно ограничение для россиян, которое они почувствуют очень конкретно. И я думаю, что это, в принципе, социально правильное решение, потому что российское общество должно чувствовать натиск войны и вот все эти ограничения и делать выводы из всего этого. А россияне зможуть розмитнити автівку? Повторіть, будь ласка. Чи зможуть росіяни розмитнити автівку в Європі? Ні. Нет, они не смогут, они, поэтому здесь и сделано, чтобы они не въезжали и там никакие истории не повторялись, продажа или там обмен или так далее, на более дешевый автомобиль, чтобы заработать какие-то наличные деньги. Нет, это все прекращается, и я думаю, что это справедливо. Мы даже опоздали, я думаю, с этим решением. Ви знаєте, я дуже вітала, коли було рішення про те, щоб заборонити їм в'їзд, тому що, напевно, нічого так не діє на громадян країни, яка нападає на іншу країну, якщо це торкається цієї людини, розплата за це. Але от це стосується і тих росіян, які вже раніше везли свої автівки. А якщо вони їх не вивезуть в Росію. Чи не призведе це до створення такого собі кладовища автомобілів з російською реєстрацією на території європейських країн? Для тих росіян, які вже знаходяться на території Евросоюза, а таких россиян есть. Кстати, некоторые уехали даже, скажем так, с политическим убежищем и так далее. Но все равно ограничения есть, ограничения. И здесь касается всех
как говорится, равно всех. Поэтому им дано 6 месяцев обдуматься. Они должны или возвратиться с автомобилем в Россию, там оставить автомобиль и пытаться заехать, если есть причины для этого, Евросоюз повторно, или автомобили будут задерживаться. И я думаю, что... Вот эта практика задерживания, она, конечно, всех пугает, тех россиян, которые еще имеют автомобили, поэтому они должны определиться, что сделать с этими автомобилями. Я думаю, что альтернатив немного. В принципе, это возврат автомобиля на территорию Российской Федерации, и тогда уже, как говорится, ты можешь, они могут спокойно уже думать, что не будет конфискации. А это должно прийти, потому что если это не будет сделано, тогда это разъяснение дополнительное, оно превращается в ничто. Тут є ще уточнення. Думаю, що Європарламент визнав діючий режим Лукашенко співучасником агресії проти України, а автоматично буде поширена ця заборона на білоруські номерні знаки і на громадян, і на їхню власність приватну з Білорусі. Да, это может случиться. Хотя, знаете, те страны, которые имеют границу с Белоруссией, а это Польша, Литва и Латвия, там и теперь мы уже наблюдаем уже какое-то снижение поездок из Белоруссии и по экономическим причинам, и по другим. Нелегко получить визу, а те, которые получают, они имеют какую-то уже причину для этого. Я должен сказать, что Вильнюс придерживается мнения, что надо, как говорится, смотреть на россиян и белорусов по-разному. Мы видим, что белорусы это они как бы являются и, знаете, оккупированной страной, они тоже страдают в какой-то мере от этого, и поэтому мы для них применяем более такой, я бы сказал, либеральный подход по сравнению с россиянами. Но кто знает, если ситуация будет ухудшаться, а есть такой риск, потому что Лукашенко полностью зависим от Путина, и не Лукашенко делает решение. Решение принимает Путин. Поэтому если белорусское государство будет втягиваться в какой-то мере более активно в войну против Украины, я думаю, что мы будем реагировать и принимать определенные решения. Но пока что таких решений нет. Тоді давайте ще поговоримо про ту підтримку, яку надають нам і країни Балтії, і Євросоюз. А нині от були моменти, коли, наприклад, Польща, Німеччина заявили про те, що вони будуть призупиняти, обмежувати допомогу, яку надають українським біженцям в своїх країнах. Потім в Євросоюзі заявили, що буде подовжено цю підтримку до березня 2025 року. От яке фінансування виділяється на це? Які ці кошти і як ці кошти розподіляться між країнами-членами ЄС? Знаете, кстати, распределение беженцев из Украины по странам Евросоюза, оно как-то спонтанно и произошло в первый раз. Это было в начале 2022 года и позже. И я, кстати, не вижу никаких ненужных причин для того, чтобы какие-нибудь беженцы в будущем опять же распределялись по каким-то квотам. Я думаю, что исторически, географически беженцы знают, где они чувствуют себя хорошо, где их принимают сердечно и где они могут даже работать, получить какое-то подсобие и так далее. Поэтому, если будет в этом необходимость принимать больше беженцев из Украины, я думаю, что страны Евросоюза будут вести себя как раньше, они откроют и двери, и сердца свои для украинцев, потому что мы все понимаем, что есть большая необходимость в этом. Но мы наблюдаем и за другим процессом, что украинцы уже уезжают домой, и, кстати, из Литвы, и из других стран. И это число беженцев, украинцев значительно в Европе уже уменьшилось. Поэтому я не вижу никакого риска. И
Украинцы вели себя очень нормально, я бы сказал, цивилизованно. Они работали, они старались, они помогали своей стране. И поэтому эти впечатления и опыт остался самый хороший. І я хочу вас подякувати за вам подякувати за позицію і за підтримку з боку вашої країни, ваших співгромадян і за нашу сьогоднішню розмову. Це був Петрос Ауштявічус, депутат Європарламенту. Дякую.